Тут Ганна Соусі і мій гость були начальник СІЗА номер 1 у Мінську, так званої володарки Олег Алкаєв. Він автор книги «Розстрільна команда». Олег Алкаєв у 2001 році виступив з викриттям у справі викрадання меркованим забойства відомих білоруських політиків. І коли йому стало відомо, що правоохоронні органи не мають наміру робити розслідування, Олег Алкаєв з'їхав і отримав у 2002 році політичний притулок у Німеччині. І наша розмова буде тичитися сьогоднішньої публікації у авторитетному брюссельському виданні «EU Observer», де був опублікований запис розмови 2012 року з уділом когось, чий голос нагадує голос тогочасного старшині КДБ Вадима Зайцева. От поводле гэтай розмови Олександр Лукашенко і КДБ планували забойство своїх опонентів у Німеччині. І серед їх, серед особа, у чиє забойство було плановане, був і Олег Алкаєв. Олег Леонідович, добрий день. Розкажіть, калі ласка, що вам відомо про гэта? Добрий день. Ну, Ганна, для мене ця інформація не нова. Просто сейчас я узнал в деталях об этом коварном замысле. А в 2012 году меня персонально предупредила комиссар полиции, женщина, кстати, комиссар полиции Берлина, о том, что планируется мое забойство. Но без всяких деталей. Просто они взяли меня под охрану, сказали, что мы обязаны обеспечить вашу охрану. И я попросил, чтобы это было только негласно. Ну, без всяких там откровенных полицейских участков там возле дома или полицейских постов. Вот. Я знал, что есть люди, которые работают над этим, в частности, Игоря Макара. Вот. Ну, в деталях я не был знаком, в общих чертах, да. Ну, вот ему удалось, большое ему спасибо, удалось пролить свет на эту, скажем так, тайну. И надеюсь, что все-таки реакция общественности будет соответствующая. Потому что все время у нас глава республики находился за кадром. Он не ведает, он не знает, его всю жизнь обманывали. Сегодня вот поступила информация, которая позволяет сомневаться в его искренности. Потому что КГБ действует только... Если милиция действует хотя бы где-то в интересах народа, да, то КГБ только в интересах правящей элиты, а конкретно первого лица государства. Вот. Скажите, коли ласка, ці тады вам немецкая полиция потлумашила некие детали гэтага магчымага нападу и той небяспеки, якая вам была? Ці яны сказали, что гэта с боку Беларуси, яких особов с боку Беларуси? Нет. Нет, ну немецкая полиция устроена очень просто, без лишних сантиментов, без лишних слов. Вам угрожает опасность, мы обязаны вас охранять. И как долго вас оховывали? Они меня, я не знаю, я отказался от персональной охраны. Я же не президент, не премьер-министр. Зачем мне нужен полицейский, там где-то пост какой-то. Хотя об этом шел разговор, но это мне не нужно было. Это ж мешает жить. Вот. А негласное наблюдение, оно по сей день, возможно, идется. Ну, сейчас техника позволяет это делать. У меня есть телефон, у меня есть компьютер. Мое перемещение фиксируется по телефону, там по GPS, где я нахожусь. Я могу дать в любой момент сигнал о каких-то подозрениях. Вот. Но они гарантировали безопасность только на территории Германии. Если вы поедете куда-то, то мы там вам вряд ли чем поможет, поэтому здесь, да. Олег Леонидович, вы ключевая особа у справе раскрытия об сникнении тем меркованным забойстве ведомых политиков Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского. З'їжджаючи з Білорусі, ви мали шерох документальних підтверджень того, яким чином могло отбыться их забойство. Ці связываете вы этой погрозы непосредственно с той информацией, якой вы володаете, якую вы обнародовали? Да. Ну, то, что было обнародовано, оно, видите как, особого беспокойства вызвало беспокойство, но не более того. У нас народ так устроен. Вроде бы это меня не касается, как-то все там остальное перетрется. Но я работал же над продолжением. И довольно успешно работал, просто пока не опубликовано. И
наверное, рановато опубликовать, потому что там живые люди участвовали в этом процессе, ну, помогали мне. Вот, и надо прежде всего о них подумать. Ну и не дать возможность нашим властям устранить ошибки свои, которые они допустили в ходе этих преступлений. Вот, поэтому... А что вам відомо про погрозы на адрес Владимира Бородача, былого командира бригады спецназу Министерства обороны, Вячеслава Дудкина, былого виконавца обов'язку начальника отдела по борьбе с коррупцией, бо они так само в этом, их имена фигурують в этом расследовании? Вячеслав Дудкин это был носитель, он и есть носитель очень большой информации, очень большой информации. Насколько Владимир Бородач обладал информацией, ну, это надо у него спросить. Что-то он рассказывал там то про кассету с записями казни Захаренко. Ну, возможно, он тоже носитель информации, потому что он входил, в общем-то, в тесный контакт и с Захаренко, и с Гончаром, и общался с ними. Понятно, что если уж это... частым гребешком это подметать все, то там еще много кого можно туда в этот список включить. Вот. А Шеремет, он был вот сегодня, и, вернее, вчера там вопрос коснулся там, о переиздании книги моей. У нас был замысел Шереметом переиздать, и мы работали над продолжением. Вот. И ну, он со своей стороны работал, в общем-то, помогал. Я со своей стороны, я собирал информацию, писал ее, он редактировал. Вот. Но по замыслу у нас должно быть выйти второе издание книги, но не вышло. Я нагадаю, что Павел Шеремет был редактором вашей книги «Расстрельная команда», так? Да, он и издатель. Он и издатель. И выдавцом. Вот. И мы с ним контактировали и работали над продолжением. Ну, я его предупреждал, кстати. Лично предупреждал Павел. Готовится что-то серьезное против тебя. Но он даже мне не ответил. Он, видимо, занят был. У него был переезд на Украину. И там, в общем-то, со своими проблемами он к этому серьезно не отнесся. Ну, вышло так, как вышло. А Шеремет был носитель информации. И опасен чем был еще? Он имел доступ к средствам массовой информации. Он человек медийный. Я, допустим, человек кабинетный, да, а он медийный. У него там и радио, и телевидение было. Он в любой момент, как вы, мог кнопку нажать и озвучить что-то на весь белый свет. Мог это сделать. В этом он был опасен. Ну и как носитель информации, как издатель и как продолжатель работы вот над продолжением книги, конечно, он был опасен. Павел Шеремет забитый, Владимир Бородач у эміграції політичної, як і ви, а Вячеслав Дудкін, де він так само за межою Білорусі? Да, він за межою, я з ним виділся, зустрічався за межою. Як ви меркуєте, який буде розвилас, який буде протяг гэтага розслідування гучного, яке тепер опубліковане? Ну, дело в том, что оно сегодня, вот после этой публикации, оно должно выйти на более высокий уровень. Вы понимаете, раньше все крутилось в каком-то среднем звене, которые сами решения принимать не могли, требовали каких-то веских доказательств. Ну, вот лично от меня требовали. Вот. Ну, у меня доказательства, которые были, может быть, они достаточны для нашего быстрого суда, да, для белорусского, а для бюрократии или бюрократии европейское этого мало. Вот, более конкретные должны быть доказательства. Сегодня, помимо того, что имеется информационный повод, это для журналистов. Ну, понятно, где-то журналисты просто журналисты, а где-то журналисты – это четвертая власть в государстве. По крайней мере, в Германии и в Европе. Это четвертая власть. К ней обязаны прислушаться, здесь обязаны прислушаться. И сделать выводы, и прислушаться уже на качественно новом уровне, допустим, на уровне, по крайней мере, правительства. То где-то все в переулках, в закоулках эта тема бродила, где-то ее осветит, то в Страсбурге на каком-то совещании, там, где сидит 500 депутатов, послушали, ну, как детектив какой-то, пошли пообедали и забыли. Никто там решение не принимает. Ну, как они говорят, выражают озабоченность, вот.
или там международная амнистия, которая, значит, постоянно что-то требует, но их никто не слушает. Нет механизмов воздействия на принятие решений. Вот эта вот информация дает такой механизм, по крайней мере, спросить, господин Лукашенко, господин там, председатель КГБ новый, там, Тертель, вы подтверждаете или опровергаете? Что делает нормальный человек? Если он не подтверждает, он обращается в суд. Тот же Зайцев. Меня оклеветали. Давай в суд. Тогда будет работа со свидетелями. Кто записал, как записал, где, при каких обстоятельствах. Но в суд никто никогда не обращался по этому поводу. Делает вид, что ничего не произошло. Вот в этом и была проблема. Допустим, меня многие спрашивали, а что спрашивали? Козулин когда-то на своей регистрации в качестве президента прямо показал мою книгу и спросил. Сидел президент в зале. Если, говорит, здесь клевета изложенная, я требую возбудить уголовное дело против Алкаева. Если это нет клеветы, тогда требуют принять меры Павличенко. Но ни к нему, ни ко мне никто никаких мер не принял. Вы понимаете, делайте, что просто этого не было. Сегодня это немножко новый уровень. Я надеюсь, что это будет новый уровень. По крайней мере, обратят внимание те люди, которые раньше этого не замечали. На фоне там разных пандемий, коронавируса и прочего, не замечали. Сегодня, я думаю, что там, где реально существует четвертая власть, там обратят внимание. Олег Леонидович, у меня опошнее пытание вельми важное. Вы не одной еще говорили про то, что когда изменится улада, когда 30 человек будет стоять у шарзе, как дать показания у справе возникнения и меркованных забойств белорусских политиков. Минул час, так, были спробы позбавиться от светков. Кто из тебя не дожил до этого часу? Як шмат светков засталось живых? Мне трудно сказать, но тех, о ком я говорил, они все живы. В первую очередь жив Павличенко. Мне другие не нужны, в общем-то, свидетели. Павличенко, Шейман, Сиваков, дай бог им здоровья, чтобы они дожили. Упаси Боже, чтобы там коронавирус их не коснулся. И там ряд других бойцов, прямо и косвенно участвовавших в этих преступлениях. Чтобы дожили все лица, которые вели расследование. Допустим, такая дама Светлана Байкова 2 года вела следствие по делу Захаренко, за что получила орден. Но 2 года она искала Захаренко в Германии. Сейчас она живет, здравствует, ничего, спокойно. Есть еще ряд следователей, которые, и хорошие следователи, добросовестные, которые имели прямое касательство к этим всем вопросам. Это я говорю про официальную часть. Есть уже примерно 5 председателей КГБ, дай бог им всем здоровья, министры внутренних дел, в обязанности которых входило это расследование, которые в курсе всех событий. Вот эти свидетели, а зачем другие-то нужны? Ну, как бы, зачем мне нужен прапорщик, который копал могилу и закапывал? Он и так за свое ответит. Он, может быть, считал, что делает государственное дело, поэтому к нему и спрос другой. Они все живы, здоровы, их число увеличивается. С каждым новым назначением, это вот министр внутренних дел, председатель КГБ, их число увеличивается, они все ответят. Прокуратура также касается. Это длящееся преступление. Вот это должностное длящееся преступление. Ну, вот мое письмо председателю КГБ Зайцеву по поводу вот этого убийства. Я ему написал в том же 2012 году. Я все читать не буду. Если нужно, я ему пришлю для ознакомления. Но в конце я ему написал, я одну фразу хочу, чтобы вы послушали, это было в 2012 году. Я обращаюсь к вашему благоразумию. Сложившаяся ситуация невыгодна никому. Мне по причинам, которые я изложил выше, вам лично по причине зарождения на территории Беларуси преступного замысла, который должен быть реализован в другой стране. В итоге все это будет называться актом терроризма, отвечать за который придется опять вам. Государству в целом грозит крайне неприятный международный скандал, который не добавит авторитета его руководителю. Я буду ждать ответа 10 дней. Если его не будет, то считаю себя свободным от всех обязательств и в дальнейшем буду распоряжаться информацией по этому делу по своему усмотрению. Тебе отрывали вы отказ? Да нет, конечно, 25 мая 2012 года. Вот после этого я начал сам небольшие поиски, и они меня, в общем-то, вывели на нужный уровень, где
Я уже нашел подтверждение из других источников, а потом уже вот сегодня эти источники вышли официально. Прошло много лет, 8 лет прошло. Но в то время я написал ему. Написал, что меня предупредили. И я, хотя мне не сказали, какая страна, но кому я еще нужен, кроме родимой Беларуси? Да никому, конечно. Вот. И в то время я еще не знал конкретно ничего. Вот только предупреждение. Но у меня уже точно... картинка нарисовалась. Вот и все. Дякую велике, Олег Леонидович, тримайтеся. Это был Олег Алкаев, был начальник. Уже 20 лет. Радину Менску. Чего наилепшего. Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.